слышали? Давай! На площадке нервное напряжение. Снимают вестерн. И пусть вместо прерии район сплавной конторы, страсти кипят ковбойские. Однако начинающий режиссер Матвей почему-то недоволен. Амбициозному киношнику везде видятся изъяны. Ковбой не хватает эмоций и уверенности. Он когда выбегал, он нереалистично было, что он упал перед возлюбленной. Но Зора, первый раз, когда снимали сцену на поляне, он упал хорошо. Кому-то это правда. И это неудивительно. Исполнитель роли Зора, 9-летний Коля, актер начинающий, зато рукопашник с опытом. Падать и драться умеет. Мы за ним договорились, что смотреть, вот, ну, мы раз мечом друг другом сохранились, и два, а на третий он меня, ну так, не слегка ударяет, и все, и я падаю. Почувствовать себя героем вестерна или просто интересно провести каникулы ребятам из отдаленного района позволило открытие летней смены на базе местной библиотеки. На самом деле инициаторами данной смены были родители, так как библиотека – это единственный культурный центр в нашем районе, и подобная необходимость уже была. Дети ничем не заняты в летнее время, поэтому мы решились и создали эту смену. Лагерь стал премьерой не только для района, но и для городских библиотек в целом. Желающие уже набрались и на вторую смену. Она пройдет с 1 по 14 августа. Юлия Мишурнова, Андрей Белый, программа «Город».